Опять с Петровым срешься. Слушай, я, если честно, я пока не совсем понимаю, что это именно такое. Это или, ну, типа, или мы реально срёмся, или это у нас такие, типа, как эти... Как они это называются-то, блядь, эти самые, короче, ну... Ну, типа, мы флиртуем, или что это, блядь? Или это срач? Что это за хуйня? Какие-то брачные игры непонятные, ну, на самом деле, реально. Или же реально конфликт. Я пока не понял. Я сидел, думал, но я так и не понял. Может кто не в курсе, но опять же, да, опять же, опять же, опять же, если вы не подписаны на мою телегу. Но там опять началось, ребят, опять Петров, который Андрей, решил что-то вот, собственно говоря, проснуться. И опять начал про меня что-то там mm -hmm. говорить. Не знаю, может ему это приносит аудиторию какую-то на его канал. Люди там подписываются, я хз, короче. Но это забавно, типа, я, я подыгрываю, как бы, да, в шутку, естественно. Но у меня порой такое ощущение, что он это все как-то всерьез воспринимает. Но это лишь ощущение, я все же тоже думаю, что он также рофлит. И вот такой вот хуйней мы занимаемся. Он рофлит, и я рофлю. Вот, да. Э -э 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 -э. Хайп на тебе! О, ребят, на мне, оказывается, можно еще и хайпануть. Спустя 10 лет, наконец-то, на мне кто-то хайпит, блядь. Бля, ну нормально, что, нормально. Короче, Петров берет, выкладывает момент к себе на канал в ТГ. Момент с братишкиным, Где братишкин, ну, собственно говоря, с сарказмом говорит вот это. Нет. Все, спасибо. Тихо, это стоит посмотреть. Хесус, я так раньше тоже начинала, а потом затянула. Будь аккуратнее. Бля, вот... При всем уважении, сука, я тебе даже уступлю этого красавчика. Сто процентов, он по мальчикам это не пиздешь. То есть тут ты в точку попал, бля. Я не знаю, как тебе это удалось. Эээ из всех женщин, блядь, которые у него были, мы видели... Короче. Ну, я уверен. И ржет. Петров берет, короче, это вырезает этот момент со стрима Братишкина и выкладывает к себе. Вот. Э, с подписью Братишкин тоже высказался по поводу Хесуса. Я ему потом пишу у себя на канале, естественно, да, мол, ты, Андрюш, ты не сопротивляйся, что ты вот это вот строишь тут из себя. Так скажи, что я тебе нравлюсь, ну. Он мне отвечает, даже не надейся, мне понравится. <смех> <смех> вот. Он изначально писал вообще, что типа... Он выложил момент, где я говорю вот это. У Петрова то же самое. Ну, явно я ему нравлюсь. Ну, возможно. Я, конечно, утверждать не могу. Но, может быть... Я тоже как бы это говорю в рофл, да? И то я как бы не утверждал. Он такой говорит, Хес, а ты что, бородатый высокий чеченец с кучей мускулов? Назови хоть одну причину, по которой ты мне мог бы понравиться. Мужики, как и обычно, клоуны. Пишет Андрей. Андрюха. С фамилией Петров. Не Петровна и не Петрова, а Петров. И говорит, что мужики, как обычно, клоуны. Андрей пишет. Да. Не Андриана. Не Андре. А Андрей. Ёпта. <time> Мужики-клоуны, говорит. Нет. Вот. Короче, так как я не чеченец, с кучей мускулов, еще и не бородатый к тому же, я не могу понравиться Петрову. Вот. Я, естественно, это ответил. Говорю, мол, ну, типа, что ты, блядь, начинаешь вот ерунду говорить? Перед моей башней даже Владимир братишки не устоял. Он отвечает. Даже не надеюсь мне понравится. Еще момент. Воспринимай меня, пожалуйста, как девушку. Назвать меня мужиком с твоей стороны как-то не очень красиво. Нельзя осуждать девушку за член. Нет. И вообще, я по гетеро парням. Так что мимо кассы. Вот у меня сейчас в данный момент уже сколько, почти 7000 тысяч зрителей, да? А, вряд ли, конечно, тут сидят чеченцы, мускулистые и бородатые. Но в то же время, если вот предположим, у меня сидят сейчас, ну возможно, сидят реально мускулистые бородатые чеченцы, еще и гетеры, блядь. Вот в какой? Мне просто интересно, в какой вселенной должны жить эти чеченцы, да? Бородатые мускулисты, еще и гетеры. Чтобы по итогу у них получилось как-то пересечься с, Андрей, с Андреем Петровым В плане там всего вот этого, ну вы поняли, да? И, Ой, вот я дагестанец Я чеченец без рофла Я мусульман То есть получается у меня тут все сидят именно только чеченцы, дагестанцы Все с бородой, все мускулистые Даже если у тебя никнейм, предположим э, Предположим, даже если у тебя никнейм Мяу179 даже если у тебя, предположим, никнейм... Mm. То есть, вот я, я серьезно, да, то есть, бородатый чеченец сидит такой, мяу. Я мяу 179, я чеченец. <с Porque> Ой, бля. Ну, хорошо, ладно. Я, я так уж и быть поверю. А вот никнейм Анетта. Анетта это тоже чеченец. Вы так прикрываетесь просто, я так понимаю, подобными никнеймами, чтобы вас не спалили, да? То мало ли еще узнают, что Хесуса смотрите. Там на родине не поймут, наверное, блин. Нет? Ну, пиздец, что я могу сказать. Так, ребят, я тоже гетеро, если что. У меня, может быть, и нет пока что мускул и бороды. Но она растет, я просто бреюсь. Но я гетеро, если что. Это я еще, кстати, говорю для тех, кто в комментариях у Петрова пишет. Ой, чего вы к нему пристали? Он би. Сам ты би, блядь. Би, говорит. Би, это, во-первых, пчела. Вот. Это, во-первых. А во-вторых, я не би. Мне мальчики не нравятся. Вот такое вот чисто-сердечное признание, ребят, жестко. Я понимаю, это жестко. Я понимаю, для многих это жестко. Но я все-таки по девочкам. Вот. Честно. Откровенно. Аж чуть не срыгнул, скажем так, Нет. такие вот дела. Ты зачем Гвина разочаровал? Не, ну подождите. Гвин это исключение. Ладно, бывают исключения. Я хоть и геттера, но Гвин, например, это исключение. Понимаете, как, например, там, я не знаю, кто-то, кто. -то, кто... Зубарев, например, тоже может быть исключением, как бы, да? А Вова, дорогие друзья, Вова все, Вова уже в прошлом. Надежда угрожает сладавлить. Помогите, голос не слышу.